Société de production Garnet Licorne. Alexander Elizare, le film présente. Commissaire de police Borzan et son ami détective Charme. Compositeur Victor Hortmann. Как всегда, неожиданно, привет. Привет, Виктор. Окей, мистер Блэк. Мы направляем вас в Россию. Вам предстоит сложное задание. Учтите, в случае провала мы вас ликвидируем. Товарищ полковник, здравия желаю. Да. Этот авантюрист Борзан в деле. Да, он согласился. Отлично, майор. Клюквенного сокола. Комиссар жандармерии. Борзан, ты что ли? Слушай, слушай. Дуй сюда, срочно! Еще пожалеешь. И бутылку захвати. На то же место, где я всегда. Так вот, слушай сюда. 2 недели назад приходит ко мне мужик с черной такой головой и достает из кармана деньги. И 2-3 маски. И требует, чтобы я их разрисовал под карнавал. Где он тут карнавал нашел, скажи? А вот так меня учил комиссар Борзан! Капитан Петров мне больше не нужен. Я приказываю его убрать. Это первый. В группе захвата сигнал штурм. Полковника Карцельного надо брать, он становится опасен. Заказал капитана Петрова. Действуйте молниеносно, ребята! Комиссар Борза, это что за посторонние люди в помещении? Здесь нет посторонних, это мой напарник. Ничего себе! Борза, ты же сказал, что его грохнул. Руки за ногу! Все, это сотрудник ФСБ. Что за маскарад, комиссар? Я полковник Артур Морен. Чертовски приятно, полковник. После случившегося объект самоликвидировался или его уничтожил хозяин? Значит, Скотта нужно брать? Открывай! Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Итак, полковник Борзан, вы вылетаете в джунгли на границу с Абхазией. Азимут 350. На истребителе летали? Вот сейчас полетаете.